Самое полезное из условно неполезного, да, ну как бы это липолитик. И то он дренажного действия. Значит, что иногда делаю? Японский крем SPF, по-моему, там 15 или 30, не помню. Дермахил. Полностью самодостаточный. Пускаем, ничего страшного. И так как у нас был. Я бы еще, конечно, вот сюда бы поставила тебе филлер. Ты же понимаешь, но. Этот кремушек, он подстраивается. Под цвет кожи, конечно, не совсем удобно его смазывать сидя. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Глазоньки обязательно. Ну, знаешь как, синяков у тебя не будет, у тебя будет маленький пятихи. Ну, допустим, вот масенький тут. Масенький тут. То есть это то, что это не гематома, то, что совершенно спокойно замазывается. Выйдет, ну там, ну это не синяк, ну что он там уйдет. Отечность у тебя идет на протяжении буквально 2-3 дней. Хочешь, выбьем очегонку, все сойдет быстрее. Ну это само собой. Вот. Потому что жестких липолитиков у тебя сейчас не было. Если бы я тебя сейчас сделала вот красиво-красиво, то ты бы пришла бы еще через пару дней, мы тебе ушли бы грыжи, мы тебе поставили бы, сделали бы среднюю треть гидроксиапатита, нарисовали углы, запомнили вот этот кусок дубрыльный, ну и сделали бы шейку, например, полимолочной кислотой. Вот. Ты была бы ля-ля. Ну ты и так у нас хороша. Так, хорошо. Вот у нас человек. Так как у нас был здесь пилинг, то мы немножко вот так. Так, вот так мы закрыли. Так, сейчас я на тебя посмотрю. Посмотрю на меня. Хорошо, Лусечка, хорошо. Знаешь, как это, как Висенс с этим Никулиным? В Кавказской пленнице. От токсина отказалась, Дудочка. Давай. Я тебе дарить его хотела. Давай, хорошо, все, котик. Хорошо, пока.